Название аквариума – живой уголок. Аквариум 55 литров. Габариты 40 на 30 сантиметров. Высота 40 сантиметров. Оборудование. Внешний фильтр «Дофин». Внутренний маленький фильтр. Компрессор. Автоматическая кормушка. Баллонный CO2. Освещение – 2 светодиодные лампы по 2000 люменов каждая. Таймер на включение CO2 и света. УФ-стерилизатор. Декорации: камни диабаз для бани, грунт 3-5 мм гравий, песок, под нейтральным грунтом питательная подложка из садовой земли, древесной золы и голубой глины, торфа и песка. Растение бликса японское, криптокарина, вента, анубиос, гидрокатила трипартита, гидрокатила белоголовая, стаурогин ползучий, альтернатера мини. Гидробионты: тетрааманда, креветки, неокардины оранжевые, улитки-катушки пятнистые. Аквариуму около года и 3 месяца. При создании аквариума старался передать все процессы автоматики. Для этого тут стоит таймер на включение и выключение света и одновременного с ним подачу углекислого газа. Кормушка срабатывает один раз в день. 2 фильтра и компрессор работают круглосуточно. Компрессор подключен к маленькому фильтру и распыляется напором из него. Также под маленьким фильтром находится распылитель CO2, и течением от помпы пузырьки CO2 разносятся по всему аквариуму. В маленьком фильтре стоит синтепон для механической очистки. В большом внешнем фильтре находится наполнитель для биологической очистки без губок и синтепона, чтобы не забивался как можно дольше. На заборной трубке стоит крупнозернистая губка-предфильтр, чтобы илом не забивались внутренности фильтра. Подмена воды раз в неделю. Водоподготовка заключается в том, что наливаю горячую воду в ведро, и за несколько часов она остывает, после чего я добавляю в нее воды из фильтра обратного осмоса до необходимого параметра KH4. Из удобрений добавляют только микроудобрение «Аквабаланс», так как макро производит в достаточном количестве рыбки, креветки и улитки. В летний период уход за аквариумом заключается в доливе воды из обратного осмоса и изредка обрезкой растений, закрывающих поверхность воды. При таком режиме аквариум приходит к осени очень заросшим, но все обитатели выживают и даже размножаются. Рыбки нерестятся самостоятельно и держат популяцию в районе 15-20 особей. Креветки держатся в пределах от 40 до 80 особей разного возраста, хотя покупал 15 штук. Улитки также держат стабильную численность. Дизайн аквариума строился на угловой композиции, так как обзор осуществляется с 2 ракурсов. В углу удобно спрятать оборудование, шланги фильтра, трубки аэрации и CO2 и маленький внутренний фильтр. Задние стенки оформлены зеркалами для эффекта дополнительной глубины и переотражений. Растения занимают большой объем пространства аквариума, что позволяет комфортно существовать большому количеству гидробионтов, и имеют много укрытий дополнительных поверхностей, где питаются креветки и улитки, образовывающимися на листьях водорослями, и обилием отмерших листьев. Укромные уголки из растений и камней дают возможность нереститься креветкам и рыбкам. Молодняк легко укрывается от взрослых особей, способных их съесть. Посадка растений имеет ступенчатую структуру для того, чтобы не мешать друг другу, и при этом, чтобы было видно всю композицию одновременно. Виды растений рассажены группами и чередуются по цвету, высоте и фактуре. Передний план засыпан тонким слоем песка и отделен от основного грунта камнями. Далее идет ступенька возвышения для почв покровок. Далее композиция из нескольких камней, в углу самый большой камень, который закрывает оборудование и служит пьедесталом для гидрокатилы трипартита и гидрокатилы белоголовой, которые растут даже за пределы аквариума, длинные стебли которых свисают с внешней стороны аквариума и постоянно цветут. Вся эта биомасса растений выедают нитраты и фосфаты в ноль, что практически лишает возможности расти водорослям.